Ребята, смотрите, я, кажется, выключатель нашла. Слышь, ты что такая дерзкая? Юлечка, позволь тебя спросить, ты что так орешь? Это я темноты боюсь. Познакомься, а это Юля. Ее IQ равен ее давлению 120 на 80. Вот если 120 на 80 поделить, то примерно такая цифра и получится. Ром, я тебе говорю, я в первый раз вижу кассетный магнитофон. Он, наверное, новый. Никит, кассетный новый? Ты что, глупый? Я же сказал, новый. Ребята! Мы вообще-то тут думаем, как выбраться. Думаем! Выбраться! Мы! Тут! Как? Я все правильно сказала? Ну, можно так оставить. Никит, что случилось? Прекрати. Я магнитофон сломал. Потому что у тебя руки не из того места растут. Руки? Руки вверх. Я была на концерте этой группы. Это просто было ошеломительно. Не оттуда, не оттуда. Не оттуда, не оттуда. Добрый день, друзья. Меня зовут Роман. Как вы уже поняли, я здесь самый адекватный. Чтобы нам отсюда выбраться, нам нужно разделиться. Девочки пойдут туда, а мы с Никитой пойдем туда. Чего он с нами как с дураками разговаривает? А туда это откуда руки растут? Кстати, туда хорошая песня. Да хватит уже! Thank you.